Всем привет, ребят. Ну что, у нас Китайка, и у нас началось новое испытание смотрителя. Сейчас посмотрим. Только запустилось. Вот так вот, красный. Против него нужны серые герои. Как видите, вам показывают, кого надо. Плюс 25% усиления у них будет. Ну что, поехали. Давайте, рогатка. Рогатка, вот они все есть. Этот. Душик. Где там мой душик? Душик. Абашка, Бигфут и Фрея. Вот так вот. Так, Бигфут. Фрейка. Абашка. Так. Так. А против него нужны серые, то есть серые руны, по сути. Поехали, сейчас будем искать это все, настраивать. Так, рогатка. Интересно, что на этого будет действовать. Так. Как раз отлично. Он у меня прокачан. Так, сюда поставим. Вот, давайте сейчас поищем, что тут у меня есть по рунам. Поставим замедление. Кстати, замедление потестим. Заодно вот такая вот первая у нас готов. На него мы поставим панчбокса. Дальше. Дальше. Дедушка. Кремочный вариант. Грубая сила. Ну, давайте так, пусть он будет. Думаю, вряд ли он там что-то сможет сделать. Прям такое аж. Ну, пусть будет. Все равно это у нас тест. Так, второй есть. Дед собран. Дальше смотрим. Она как-то странно не надо. Ну, в принципе, почему не надо? Надо, но не показано, что он там будет усиленным. Так. Я думаю, у него такие же абсолютно статки, как и у предыдущих. То есть там иммуны все и прочее. Так, Фрейка. Айку попробуем просто с утеканием. Не так как у нее ограничения есть. А даже не с утеканием. Давайте ей просто поставим для отхила вот так вот. Ну, я не знаю, возможно, этого не хватит. А урона она все равно больше не нанесет. То есть вот так вот делаем. Или даже сделаем сейчас по-другому. Вот так, замедление пусть будет. А рунами вот так. Вот эту возьмем Фрею. И панч этого, говорю, панчбокса. И так вот этот хил. Так, есть ПП-шка. Тоже у меня есть с замедлением. Я просто не знаю, какие тут у него иммуны, от чего. Ну, попытка, не пытка. А, так, тут возьмем. Так, отлично. А, кто там у нас еще был? Душек, да? Где там наш душек? Душек у меня такой есть, тоже есть, опять же, замедление. Я не знаю, как он там сейчас дамажить будет, конечно. Наверное, будет опять же жестко дамажить, но попробуем так. Так, окей. Вроде всех собрали. Поехали, первый тест. Ну, первые тесты, они тут обычно легко проходят. Давайте даже по одному герою, просто пустим одну Фрею. По 60 тысяч. Ну, ага, нифига себе у него скорость атаки. Ух ты. Тут надо на утекание ставить. Я не знаю, что там у него за этот. Но посмотрите, они даже на нем уже начали сливаться. Нифига себе. Надо, походу, убирать, ставить утекание реально. Давайте утекание поставим.
Пусть себя хоть хилят. Да, с его скоростью атаки это, конечно, весело. А, так, первый готов. Дальше. В принципе, а почему не поставить Гаргула для отхила? Давайте ставим Гаргула. А уберем Деда Мороза. Нафига мне Дед Мороз? Реально. Так, где там наш Дед Мороз? Что там на нем было? Так, рогатка. Тоже ставлю утекание. Ну, плюс у рогатки есть отхил. Так, рогатка собран. А дальше. Крона я пока не беру. Бигфут у нас есть отхил. А, поставим сюда. Или давайте тоже. Давайте утекание всем поставим. Ну его нафиг, он так долбит как-то жестко. Что пусть максимум будет утекание, дольше будем бить, но зато уверенный, думаю, будет. А, так, есть второй. Рейка. Так, готово. Гаргул готов. Так, ПБшка. Блин, они все в разброс, так неудобно, честно говоря. Искать героев. Так, ПБшка. То же самое. Так, и что у нас там было на Диде? Все, ну вроде все. Так, смотрим. Раз. А дальше. Бигфут 2. Рейка 3. Табашка 4. Гаргул 5. Душек. 6. Ну я не знаю, поехали, посмотрим, потестируем. Зайдет, не зайдет. Так. И убираем отсюда деда. Ставим сюда. Можно, кстати, Арктику попробовать. Может, она заморозит. Как вариант. Попробуем пока такой вариант. С отхилами. Так, Фрейка не там у нас. Вот так вот. Поехали. Начинаем опять же с Фрейя. Так, ну вроде, да, вроде можно его заморозить. Значит, надо пробовать Бигфут. Арктику надо сюда брать тоже. Так, Гаргул что-то у нас проседает. Да, надо брать Арктику. Вместо кого Арктику? Я не знаю, не вижу, он вроде не станется. Но замораживается это, то есть действует на него. Да, видите? То есть все good. Энергия у него не забирается. Значит, вместо душика попробуем сейчас Арктику поставим. Видите, без проблем второго полегче убил, чем первого. А, так, хорошо, ставим сюда Арктику. Так, ставим на нее тоже утекание. Ну его нафиг. Так. Питомца.
кого с питомца взять. Ну, возьму нового. Жалко, я не знаю, какие там у него умения у этого босса. Но мало ли. Так. Убираем душика, ставим Арктику. Окей, поехали. Опять же, на Фрейю. Потом всех остальных. Ух ты, рогатку просто как-то сразу же ушатал. Возможно, тогда лучше оживу ставить даже. Вот смотрите, Арктика вместе с этим как раз красиво сработали. Так, ПБшка. Ну, то есть, как видите, надо заморозки всякие и все остальное. Значит, сейчас поставим оживу на рогатку. Это быстро рогатка у нас улетела. Гаргул, как видите, проседает. А, у него отражение. Посмотрите на героев, они обраточку получают. Да, вот поэтому Гаргул у нас и проседает, в принципе. Хотя ПБшка не должен проседать, по идее. Гаргул что-то очень проседает. Ну, в любом случае, как видите, тактика работает. То есть Арктика и прочее. Отлично. Так, хорошо. Давайте на рогатку. Оживу поставить. В принципе, там Гаргул хилит. Да, попробуем побольше ему. Поставим оживу. Как-то странно, рогатка слилась быстро. Попробуем такой вариант. Поехали. Фрейка и все остальные. Вот смотрите, рогатка. Арктику слили, рогатка проседает. Да, как-то жестко рогатка проседает. И Гаргул тоже. Такое ощущение, что здесь больше отражалки. Чем дальше, тем больше отражалки. Арктика как-то так быстро слилась. Хотя ПБшка, блин, до сих пор живой. Странно. Все, ПБшка слился. Ну, остался Биг и Фрей. Но Биг замораживает, то есть видите, да? Надо добиться реально максимум заморозки. Возможно, есть смысл даже ремки поставить. Сейчас это попробуем, чтобы сразу его в стан вести и все. Смотрите, как Биг красиво с ним справляется. Сейчас будет платная попытка, еще разок попробуем. Ну, в любом случае он Фрейю убить не сможет, так как она будет себя хилить нормально. Возможно, сейчас попробуем на Бига сразу поставить ремку, чтобы остальных не трогать, чтобы он сразу заморозил. Ну,
он слил бига. Наверное, нет. А биг у меня, да, у меня же биг соживой. В принципе, можно ставить ремку. Вроде так неплохо, считайте, третьего уже бьем. На нем мы, наверное, скорее всего, сегодня и остановимся. Да, попробуем сразу бегом морозить. Так, хорошо. Смотрим, что там у нас в топе. У меня уже 3 набито. 3.89. Ну, тут пока никто не бил. А, так, окей, пробуем. Пробуем на бигаремку поставить и, наверное, на Арктику. А, давайте так, на Арктику ремку попробуем. Пусть заморозит на Бигфута. Уже попробую ремку. Я, в принципе, если Бигфут. Ладно, пусть будет. Попробуем тест. Тестируем дальше. Так. Должна сама включиться. Поехали. Мне все равно отражение срабатывает, не вариант. Видите, Арктика все равно слилась. То есть работает отражение даже под, судя по всему, даже под заморозкой. Хотя как-то странно, ПБшка не сливается, я не могу понять. Таким образом. В любом случае, гаргул здесь нужен. Арктика как-то странно очень быстро слилась. Возможно, надо не ставить доп. Руны. Возможно, он и замедляется, не знаю. Посмотрим. Как-то, ну, непонятно, в общем. Надо будет на русском сервере разобраться. На русском уже будет более понятнее все. Ну, смотрите, бит просто улетел с ремочным вариантом. Надо, наверное, меньше урона все-таки сюда брать. Да, минус гаргул. Ну, осталась одна фрея у нас. Все получают отражение, то есть есть отражалка однозначно. Очень хорошо заметно. Может, кого-то еще найдем серых, посмотрим, потестируем. Ну, в общем, вот как-то так, ребят. То есть я вам показал, а вы уже дальше на русском посмотрите сегодня. Завтра уже я и на русском, и здесь тоже покажу вам разные составы. Ну, вот такой вот состав, вроде как бы более-менее оптимальный. Как видите, я уже первый день набил троечку. Что есть очень и очень хорошо. Однозначно хорошо, что здесь фрея нужна. Ну, для кого хорошо, для кого нет. На нее хоть ахрить можно. Сейчас добьем, посмотрим, какой там у нас уже результат будет.
Итого 3 и 2. Результат мой. Давайте сейчас посмотрим топ. Если у кого-то тоже 3 хотя бы. Тут вряд ли, видите, многие просто так от фонаря, видимо, били. Он попозже обновится, уже посмотрим, когда буду на русском бить. Гляну, что там. Что там и как там. Пыльчку вижу. А вот 4 даже есть, кто-то набил. Так вот. То есть надо... Какой-то китаец, китака какая-то. Видите, надо все-таки знать, какие у него иммунитеты. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока. Я уже на русском вам покажу попозже.